Команда КВН «Новосибирский государственный университет». Добрый вечер! В гостях у КВН передача «Утренняя звезда» с Владимиром Дудой и Пелагеей Хановой. Этот выпускной, выездной выпуск нашей передачи мы решили назвать чисто по-КВНовски «Утренняя звезда ассорти». Песня, которую вы сейчас услышите, недавно сошла с подмостков Бродвея под улюлюканье и свист разъяренной публики. Надеемся, что и вы оцените ее по достоинству. Единственное, что связывает слова и музыку этой песни, непомерная наглость ее исполнителя. Мне это напоминает Германа Гессе. Я вчера перечитала его роман под названием «Игра в бисер». 350 страниц хорошего, умного текста и ни одной картинки. Дядя Володя, а зачем многие артисты поют под фонограмму? Понимаешь, Пелагея, дело в том, что фонограмма просто необходима для многих профессиональных исполнителей. Потому что, когда они забывают текст и тупо смотрят в зрительный зал, помочь им может только лишь заранее написанная фонограмма. Вот так-то. Но вернемся к нашей передаче. Исполнительница следующей песни мучилась всю жизнь. Ей досталась тяжелая неженская доля. Она мужик. Ты сказала подожди и закрылась на обед. Я, прождав тебя, скурил 40 пачек сигарет. Ждал я в поле и в саду, и на лыжах в гамаке. Ждал в атаке на скаку с красным знаменем в руке. Я не буду тебя больше ждать. Ты такая простая, я сложный. Я не буду тебя больше, потому что невозможно. Невозможно. Я не мог тебя больше ждать и пошел за справкой в больницу. Дождался очереди, захожу в кабинет, а там врач. Молодая женщина мне говорит: раздевайтесь. Я разделся, и прожили мы с ней 2 месяца. После чего я оделся, взял справку и ушел. Возвращаюсь к тебе, а ты на меня с порога: ты где 2 месяца шлялся? А я в ответ: я болел, вот справка. Но ты не поверила, и я ушел к Наташке. Наташа, помнишь, как я лазил тебе по балконам с 1-го на 10-й этаж? А ты от меня с 10-го на 20-й. Так ты ушла из моей жизни. Варвара, помнишь наше первое место встречи? Я увидел твое лицо и вошел в открытую дверь. Там было темно и страшно, а из-за двери Армен Жигарханян мне шептал: Володенька, открой. Открывай, дурилка картонная, хуже будет. Линда, вначале я влюбился в твою фотографию, а потом и в тебя лично. Немного присмотрелся и опять вернулся к фотографии. И с тех пор я постоянно размножаю ее на ксероксе. И с каждой копии ты мне нравишься все больше и больше. В конце концов, я полюбил дрессировщицу мартышек. Но она смотрела на меня только с профессиональным интересом. А я прыгал от радости, дурак. Буду тебя больше ждать. Я красивый отсюда до сюда. Скоро буду вообще все, что движется, ждать. Лишь одну тебя ждать я не буду. Дядя Володя, а правда, что голос Влада Сташевского обрабатывается на компьютере? Нет, Пелагея, конечно же, неправда. Он обрабатывается на калькуляторе. Дядя Володя, а можно задать нескромный вопрос? Нескромный вопрос? Можно, только на ушко. Хорошо. Прислони свое ухо вон к тому динамику.
А почему в «Поле чудес» Якубовичу дарят огурцы, яички, маслицы, а нам нет? Пелагея, у нас передача не такая бедная. У нас такой богатый выбор исполнителей, что мы можем смело объявить рубрику «На бис». Относительно следующей песни наши мнения разделились. Пелагея считает, что у певца нет слуха, а я, что у него нет голоса. Так что судите сами, дорогие зрители. Здравствуйте, меня зовут Стинг. Я живу в Англии. Неплохо, правда? Спасибо. Деревня старая Ольховка, на Темзе матушке реке жил мальчик Стинг, простой и босоногий, но спец в английском языке. Английский юмор очень сложен, не то что чукчу обсмеять. Там надо сесть, серьезно подумать и смех достойно удержать. Или пропеть. Ха-ха-ха-ха. Английский юмор — это когда летним вечером снежинка падает на ладошку, ведь скоро зима. Когда твой дедушка храпит во сне, а бабушка не слышит, потому что она любит его. Мне жаль, друзья, ваш юмор гибнет, и может он совсем пропасть. Зачем, друзья, смеяться до упаду? Ведь можно просто так упасть. А в КВН все нормально. Там можно спеть оригинал, при этом даже любую выбрать песню. Вот я такую подобрал. I know that his spades are the swords of a soldier. I know that he clubs weapons of war. Quick. I know the diamonds mean money for the Tsar. That's not a shape of my heart. That's not a shape KVM. Друзья! 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 Думайте, над чем смеяться. Володя, я еще вот что думаю. Ты мне так нравишься, что когда я вырасту, то выйду за тебя замуж. Пелагея, когда ты вырастешь, ты будешь дружить с красивым молодым человеком. Ну, это само собой. А мы завершаем нашу передачу традиционной рубрикой «Утренняя звезда. Прогноз». Прогноз — вещь, конечно, неблагодарная. Вот я, например, Пелагея, так и не могу подумать,
кем же ты все-таки станешь лет через 10? Ну-ка, расскажи. Я внизу пошла бы, пусть меня научат. Я хотела бы стать балериною, чтоб носила на руках балерун, или бегать дистанции длинные, пусть меня догоняет бегун. Я пойду в КВН ведущие, пусть научит меня Масляков. Кто-нибудь, кто-нибудь, дайте же мне такой, такой совет. Можно стать лингвистом, филологом, новый русский язык изучать, если знать, что такое бульколог, можно даже булькологом стать. Лет 16 горемычную на кирпичный податься завод. Что вы шутите, люди добрые, моя мама меня не поймет. Можно поваром стать, но от Бога, чтоб яичница как лжина. Быть актером, играть в эпизода, если ты как Рязанов Эльдар. Можно просто известным быть скульптором или стать неизвестным как Эльдар. Кем быть, советуйте мне, кем быть, советуйте мне, кем быть, советуйте мне, кем щелкать, советуйте мне, добрым гаишником, Харию, Кришною, Харию, Рамою, будущей мамой, мальчиком с пальчиком, солнечным зайчиком, разнорабочим, веселым, находчивым. Я выбираю. Играть!